Хороший друг все фотки облайкает. Так. Все нормально. Все хорошо. Все взял, все в порядке. Короче, вот здесь, в этом пакете, значит, хлеб, салат, картошка, свекла, шпроты, горошек, пряники, значит, зефир, а здесь майонез. А что, думаешь, немало майонеза взял? Маловато, конечно. Так что, все равно магазин закрыт уже. Так еще 2 ведра еды осталось. Завтрака. А из алкоголя что взял? Не взял. Что? Забыл. Что? Опростоволосился. Что? Оконфузился. И что теперь делать? Сделал промах. Ладно, не переживай. Сейчас придут Волковы, они с собой всегда приносили. Волковы! Привет, Волковы! Привет, ну что, принесли? Да, что принесли-то? Мы каждый раз приносили, у вас все время есть. Мы в этот раз не принесли. Что? Сплоховал. Ну, давай. Ну, где тут у вас наливаете? Дал маху. Че это с ним? Засушил праздник. Я его в таком состоянии один раз видел, когда он на собственный юбилей водку забыл купить. Перешел в сухопутные войска. Это ж как плохой анекдот сейчас. Пожарная машина сгорела. Спугнул Белочку. Так, успокойтесь. Сейчас Семеновы придут и все принесут. Они никогда не приносили. Вот. Волковы всегда приносили, а сегодня не принесли. А Семеновы никогда не приносили, а сегодня принесут. Да ведь, Мариночка? Да, логика женская. Неоспоримая. С наступающим! Ну что, друзья, мы никогда этого не делали, а сегодня принесли! Смотри, как они радуются. А ты говорил, не понравится им кегля. Вообще удивлен. Ну что, стоим? Давайте к столу. Смысл? Выпить не купили. Как? Дима, ты что делаешь? Брожу. Ну от того, что ты бродишь, в тебе-то брага не появится. Все, я пойду. Куда ты пойдешь после 11 закрыто все? В Калининград пойду. Там еще нет 11. На улице минус 40. Ну почему минус 40? Я хочу просто 40. Так, все садитесь за стол, тупо жрать будем. Это не еда, это закусь! Да! Господи, ну почему у меня такие страдания? За что, господи? Прекратите истерику! Ты что творишь? Ты что, только по пьяни стреляешь? Все. Тихо. Давайте все успокоимся. Спокойно сядем. Включим телевизор. И как ничего не было. И выпьем за прекрасных дам. Ну что ж, друзья, я думаю, у всех наполнены бокалы, уже. Я вообще не пью и считаю, что алкоголь это вредно для здоровья. Но в Новый год выпить это такой кайф, ребят. Мы чё их все время в гости зовем? Они вообще неадекватные. Идея! Что? Кефир! Чё кефир? Пьем 1.5% алкоголя. А? Вот ты тупой.
Я всегда так думал. А сейчас ты просто красавец. Давай кефир в холодильнике, тащи. Точно, раньше давайте. Не подумали. Кефир. Давай. Не пролезь, смотри. Что, да, что это? Всем... Краев не вижу, что ли, что, в конце концов. Радненько. Давайте. Ну, давай себе. С наступающим. Ну, давайте. Селёдочкой закусывайте, да, огурчики, да, берите, да, пожалуйста. Давай. Хорошо. Пойдёт дело. Пошло, да? Хорошо. Ваенгу врубайте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. По преданию, люди, которые не пьют Новый год, совсем к ним явлюсь я. Настоящий Дед Мороз. Загадывайте любые желания. Дед Мороз, сделай-ка, чтобы дороги везде были ровные. Чтоб депутаты никогда не воровали. И чтобы каждая собачка нашла своего хозяина. Так, стоп, вы кефира, что ли, выпили? По преданию, люди, которые выпили в Новый год кефира, значит, я превращусь тут же из Деда Мороза в Кольку из соседнего подъезда. Выпить есть что, а? Хожу прям тут. Вот кефир больше нет. Кефир такой у нас. Придумал, друзья. А давайте мы, как Колян, все оденем костюмы Дедов Морозов и пойдем по квартирам. Нам-то точно нальют. Вот так и повелось на Руси. Дед Морозы — это люди, которым выпить хочется, а нету. Давай, 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 давай. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Дорогие друзья, очень много молодых спортсменов по разным причинам слишком рано заканчивают свою спортивную карьеру и не знают, куда деть свою юную, молодую спортивную энергию. Мы решили им помочь и организовали конкурс мальчиковых групп под названием «Поющие хреновенько». И первой на кастинг рвется мальчиковая группа «Конфуз». Ну, понятно, в чем конфуз. Вы что, мальчиковая группа? Мужичковая? Понятно, понимаете, мальчиковая группа подразумевает под собой наличие некого здорового эротизма. Все женщины мечтают о стройных, упругих, мускулистых телах. Мечтать они могут о ком угодно. Живут они с нами. Понимаете? Прошу. Встали. Втянули животы. Я уже втянул. Поехали. Yes. Мы средний класс. Средней комплекции, средняя зарплата, средняя потенция. Мы соль нации, нас можно пить с текилой. Хотя, если честно, предпочитаем пиво. По четвергам, по пятницам и по средам. По вторникам. Но только после обеда. Мы носители русского культурного кода. Вообще-то я не пью. Пей, урода! Мужички, мужички, спереди пивные рюкзачки. На три кота коленочки висят, от дивана не оторваться. Мужички, мужички, спереди пивные рюкзачки. На три кота коленочки висят, от дивана не оторваться. В нашей жизни суровый лейтмотив. Никаких стрессов, никаких перспектив. Журавль в небе, конечно, хорошо, но как синица в небе, как говорил, потерпи еще. Дом, работа, работа, гараж. Годами не изменен ареал наш. И пусть на берег ротики все мосты сожжены, зато с мясорубкой на ты, с посудомойкой на ты, с дрелью на ты, со шваброй на ты. Чё ты молчишь? Слышь ты! Вот однажды собираешь шкаф, находишь леску, и глаза наливаются здоровым блеском. Вспоминаешь, как вставал в 5 утра на рыбалку, тебя не будил, тогда еще было жалко. Коловорот, валенки, две мормышки и 10 км по лесу без отдышки. Лунку просверлил, червя насадил и понял, удочку дома забыл. И обратно домой 10 км, потом обратно 10. Про это пел уже! Рыбку поймал, отпустил, был бы кот жив, его б угостил. А ты никогда этого не ценила, зачем ты вообще за меня выходила? Мужички, мужички.
мужички, спереди пивные рюкзачки, на тыканах коленочки висят, от дивана не оторваться. На работу обед готовишь мне всегда, кастрюльки, банки и, конечно, фольга. Я помню, зая, банку нужно вернуть и после секса сразу не уснуть. Кто-то в постели лев, а я тигр, амурский тигр. Нам с ним главное выжить, нам не до этих игр. Димон! Ножички, ножички, спереди пивные рюкзачки, на стриганах коленочки висят, от дивана не оторваться. Ножички, ножички, спереди пивные рюкзачки, на стриганах коленочки висят, от дивана не оторваться. Thank you.